Привет тебе. Продолжаю тему пхуты. Пхуты – это те люди из жизнедеятельности, из промысла, из заговора. Те, кто шевелит быстрее мозгами. Те, кто своей внешностью перекрывает острые уголки Дарвина моего тела. Пхуты – это те, кто щурится, те, кто подмигивает себе, те, кто старается быстро осознать и скооперировать себя в тех участках, в тех моментах жизнедеятельности, где мне обиднее всего существовать. Итак, сегодня я расскажу про шабаш. Что такое шабаш? Шабаш – это... Как ни странно, в буквальном переводе переводится как «покой». Когда, как на слуху, шабаш напоминает слово «балаган», «гул», «шум», «гам», «гулянка», «тусовка», «вечеринка», «дискотека», «заговор», «заклички», «приговоры», «шептания». Еще шабаш виднеется в переводе в буквальном как торжественные ночные собрания ведьм и других лиц для их совместного проведения неких вышеуказанных тематических обрядов мундштуков, ковенов. Мундштук – это чужая жизнь, это человек – и член семьи, и сестра, и брат, и посторонние лица, третьи лица – это их друзья и родные. Первых. Мундштук больше всего беспокоит меня последнее время. Это человек, который терроризирует мою жизнедеятельность, делает стоп-кадры, слайды, скриншоты и полностью перекрывает мою жизнедеятельность и пытается быть более черным человеком, более зеленым человеком зеленого жита. Это пхуты, мундштук, который объявил мне не по возрасту войну, где мое тело не может соперничать и дать отпор ему своими фаллическими возрастами. Ведомские сборища — это сборище, где собирается управительная династия, ведомство, в том числе и мундштук, человек, третье лицо, друг семьи и членов семьи, является исполнителем династической власти. Мундштук воспринимает шабаш как дискотека, как гул, как пьянка, как торжество, но не как спокойствие. И как спокойствие тоже, только потому, что, будучи ребенком, я наблюдал множество шабашей, успокоений души, пьянок в кругу своей семьи. Сигнал автомашины сзади микрофона доказывает то, что это правда, потому что они начинают нервничать. Но абстрагируюсь и буду дальше доедать свой шоколад. Так, пхуты – это чужая жизнь, которая стремится занять острые уголки внешности, жизнедеятельности, особенно носа, кончика носа, периферии носа. Это пхуты – чужая жизнь, которая пользуется моим промыслом и отражение меня в собственных фекалиях промысла жизнедеятельности. К примеру, джембе, тап-там, там-там – и другие руны, за которых принято в кругах их жениться друг на друге, то есть драться. В шабашах, в сборищах ведьмы связываются с теми своими сородичами, кто находится в ночном полете, пилотируют по воздуху для возвышения гроз и ливней, для вызывания гроз и ливней, кто колдует, чтобы солнце сложилось, луны и звезды исчезли. Ведьмы летают ночами по воздуху
Их репертуарная внешность сама по себе тождественна звездам и кометам. Они яркие, они одеты в лохмотья, в ваты, в могильные ваты. Яркими хвостовыми перьями они затмевают все гунны космоса, то есть даже молнии гунной природы Земли, что символизирует разрыв космического пространства бога Индры. В абстракции ведьмы передвигаются на животных, тех, кто любим мифами и религиями, на волках, змеях, кошках, козлах, медовых медведях и оленях. Многие мифические боги водят дружбу с ведьмами и дьяволом. Один такой бог со своим неистовым воинством имеет имя бог Один и Фрейя. Бог Тор, Гиндле совершают перелеты на органических животных, на живых животных по Поднебесью. Боги – покровители чародейства, поэтому ведьмы довольствуются еще и метлами, кочергами, лопатами, ухватками, граблями и просто палками. По мере надобности они могут бить ими по тучам, тем самым производить дождь, тем самым ведьмы вычищают небо от назойливых туч, которые затемняют землю. Баба-яга, ведьмы носятся по воздуху и в железных ступах, железяках, на котлах. От их железяк стонет земля, ветры воют от боли, и даже зловредные духи и слуги ведьм издают дикие вопли. От боли ведьмы любят удалять следы перелетов на своих железяках. Ведьмы заметают свой каждый след, каждую улику, что их друзьям было больно, их слугам было больно, гунам природам было больно. Для будущих еще больше мук. Перед перелетами ведьмы мажут себя мазями типа звездочкой, мундштук, для того, чтобы ощущать запах, для того, чтобы пахнуть на окружающих тех, кто должен быть узоущрен. Брызгают себя волшебной водой, творят волшебные заговоры. Иногда ведьмы совершенно теряют земной облик, рисуясь, подобно облачным девам, в заботливых прялок. Они придут пряжу в лунном свете. Свою небесную пряжу они называют туман. Туман – это управитель Эйя, Эджин, Эзи и Ичи. Свою пряжу они сырой развешивают на белые ватные облака, чтобы создать эффект северного сияния. В сегодняшнем слове все боги слились с дьяволом. Вместо привычной веры удалого мундштука, молодца, либо змееглазого лапланца, мундштука, сына, отца, проблема отцов и детей, индийский конфликт, боги слились с дьяволом, вместе они ищут себе поклонников, занимая их умы обрядовыми традициями и рунами. Существует множество изображений богов в горах, к примеру, Шива, Ганеш, Парвати и другие индийские боги. И существует изображение их в лесных джунглях. Горы и джунгли – излюбленные места для ковали, колдовства, либо что-либо ковать. Шабаш – это то дело, которое стоит ковать. Шабаш – это покой, и именно в природе дьявол его обретает. В сегодняшнем слове «дьявол» – это звуки шелестения, шептания, звуки третьих лиц, друзей, отцов и детей. Дьяволы обретают могущество и заговаривают все живое – животных,
и людей, у которых что ни праздник, к примеру, Ивана Купала, Масленица, то свадьба с дьяволом, то случка с дьяволом. Люди, опьяненные шабашем, покоем в этом комфорте, душой вербально перекликиваясь, докладывают дьяволу свои желания о содеянных преступлениях и модификациях тела, и о будущих событиях. Докладывают о поведении членов своей семьи и их посторонних монтажников, лиц, которые монтировали жизнедеятельность детей прямых родителей. Содеянные злые деяния, содеянные в будущем злые деяния, деяния, за которых стыдно, деяния, которые хочется изменить, деяния, которые не были подвластны голодному злорадствию и были подвластны голодному злорадствию, также докладываются дьяволу на праздниках христианства, либо ислама, либо буддизма. О планах докладывают и против друг друга, как в той истории, где медведь, росомаха и волчица сговариваются друг против друга и никогда больше не обретают дружбу. Дьявол награждает людей злорадными пришествиями, либо не награждает, лишь только потому, что человек что-то упустил, либо потому, что человек сговаривался друг против друга и что-то упустил, и у него не получилось доказать дьяволу ту мысль, которая имела бы силу слова. Праздники шабаши происходят в злорадстве свечей. Так было раньше, так было до Средневековья, где кругом горели свет огня из факелов, горели свечи из подсвечников, которые зачастую напоминали получеловека, полуживотного. Святыни, которые не горят, мурти, которые поддерживают огонь, огонь, который горит между рогами. Тени, которые играют и в здоровый шабаш наводят тени злорадствия. Насытившись голодным злорадствием, где минимум количество пхут и мундштуков чужой жизни, и членов семьи, и сестер, и братьев, бабушек, дедушек, теть, дядь и посторонних лиц, монтажников, детей первых, золотобрюхая муха приступает к пиршеству и диктует свою пряжу в сторону обжорства и пьянства. Злорадствие не покидает опытный шабаш ни на миг. Здесь есть мораль, где люди пируют, лошадиным мясом заедают, а опьяняющие напитки пьют из коровьих либо лошадиных копыт и черепов. Особенно злорадно ребятишкам и детям. От этого не весело, не желто. Они наблюдают злорадный шабаш. В древние времена это было круто. В сегодняшнем слове это не круто, это ниже театральной постановки, где после и перед вступительным словом актер выдерживает паузу в несколько минут. Здоровый древний шабаш очень любили дети. Они являлись главными врачевателями пьянства и обжорства, так как взрослые смотрели на детей свысока, а дети смотрели изнизу. Дети наблюдали обжорство, пьянство, гортанобесие. В древние времена это было по-здоровому, действительно злорадно. Сейчас от этого злорадствия остались лишь остатки и один единственный фильм «Битлджус». Опытный человеческий праздник, обычный человеческий праздник, не ведомской человеческий праздник, идет практически по все той же схеме. Он вмещает в себя еще и постыдно злорадственные и смешные ребятишкам и детям пляски и танцы. В тенях игр
факельных свечей. Факел – это мундштук, подсвечник. Либо мундштук может попасться как чужая жизнь, как чужое правое дырявое яичко, то есть дырявая вселенная. Люди-пляски походят обликом на своих Эйя, Эзи, Эджин, Ичи, владетелей манеры цветного жита. Походят на своих Эйя, Эзи, Эджин, Ичи, то есть люди честно себе признаются, что их владетели – это бесы, ведьмы и черти. А люди, которые им мерещатся в зеркалах – это всего лишь бхуты, мундштуки, чужая жизнь. Под пляски, под танцы гости зала воспроизводят инструментально-эмоциональную музыку. Музыка, которая для белого человека будет являться предательством, а может быть и нет. Музыка для цветных персон. Цветные персоны, цветнокожие, индивидуального репертуара, музыкальные одаренности. Инструментами для музыкантов служат вместо невиданной мною волынки лошадиная голова, а вместо невиданной мною смычки, смычка, кошачий хвост. А в конце все съедают огромный торт и пьют чай, так как дети подбадривали взрослых весь шабаш. Шабаш оканчивается, когда гости зала с вальным соитием при полном мраке удаляются домой. Это после испития крепкого чая. По своему естеству шабаш – это антропоморфный, зооморфный ирреализм. От того шабаша, который описан в книгах, остались лишь спички, а огонь это всего лишь маленький участок времени, который будет потушен уже перед рассветом. Поэтому шабаши, спокойные вечеринки, сборищ ведомств случаются очень часто. И в сегодняшнем слове люди сговариваются друг против друга. Но, естественно, все это ради злорадствия и игры теней. Шабаш оканчивается, когда гости зала с вальным соитием при полном мраке удаляются домой. По своему естеству шабаш – это антропоморфный, зооморфный ирреализм. Покой, который соберет гостей зала вместе и зажжет свои факелы мурти, вновь воспламенеют в голодном злорадстве. К примеру, фильм «Эдвард Руки-ножницы», «Битлджус», где люди скованы ковалем маленького городка, и каждый, естественно, до сих пор не обрел истину в жизнедеятельности. Каждому приходится соглашаться с той правдой, которому ведет его веха промысла. Тени и мундштук звериных шкур, мехов напоминают могильную вату. Мундштук – это двойственное понятие пхуты, и мундштук – это зона куху. К примеру, у меня есть мундштук – это обрезанный фаллический символ и одно правое яичко вегетарианское растительное, которое напоминает папоротник. Спекшийся, старый, мокрый папоротник, поэтому для меня мой мундштук особенно важен. Единственное огорчение моего мундштука – это пхуты, которые занимают своей здоровой величиной мою эвристику. Итак, шабаш наполнен злорадствием. Это обжорство, гортанобесие, пение, танцы, цветная музыка, одежда,
которая состоит из звериных мехов, напоминающих могильную вату. Тени творят для гостей зала буйные, нечестивые игрища. Гости зала в опьянении будут плясать вокруг кипящих котлов и чертова требища. Эйя, Эджин, Ичи, Эзи, владетели манер гостей зала, это демоны, будут осязать сверх своих поклонников пагубу людей. Это то, о чем я говорю. Я осязаю сверх манеры. Но в прошлом, в условиях чертова требища, осязали действительно себя духи и боги, сейчас же с упадком культуры людям приходится осязать скорее третьих лиц, монтажеров, детей первых лиц. Это и члены семьи. Итак, в прошлом, где под воздействиями злорадных деяний будут люди в опьянении переодеваться из привычных утренних людей в уже ночных животных. Это Вий, сказка Гоголя. По преданиям, бесовские потехи происходят довольно часто. Боги дружат с дьяволом, поэтому зазывают людей и другие локи, другие естества, существа, быстрей на шабаш, на сговор с дьяволом. С дьяволом в сговоре находятся ведьмы, те, кто управляет своими слугами, а слуги ведьм – это люди. Люди управляют своими слугами животными, животные питаются растениями. Шабаш – это спокойствие со своими демонами. Все вместе эти герои довольно потеряли память уже давно из-за частых злорадных ночных прогулок с нечистыми духами, с нечистыми мыслями. Вопреки привычной вере удалого молодца, удалой молодец может стать злорадным человеком только тогда, когда постареет достаточно серьезно. Тот человек, который на экране, это я под воздействием растений, потому что я их курю. Мне сейчас не видно, но на записи это будет видно. Человек должен постареть достаточно еще больше, лет так на 30, чтобы быть злорадным, чтобы быть с точки зрения дьявола достаточно татуированной личностью для уважения тех прошлых серьезных шабашей. Герои мифов и приметного жита, жизнь по приметам и поверьям, чаще чем нет, предается разгулу и любовным гульбищам с бесами. Люди и животные поют, пляшут и объедаются. Дети их поправляют, а те, у кого нет детей, пользуются своими методами поправки. Все героические манеры, черты видовских собраний рождаются и умирают в молитвенных рожах, тождественных рожах, которые похожи на рожи животных старого культа. Это не то козел, не то змея, не то петух, не то свинья, не то кошка, не то баран и тому подобное животное. Нередко для усиления злорадствия молитвенные рожи предают своих любимых животных жертвоприношению для того, чтобы увидеть злорадствие, здоровое злорадствие тех, кто находится в тождестве с дьяволом. Кровь на пьянство, кости на зубы, на обрядовые руны, на дыры, мясо для еды, звериная шкура для тотемических одеяний человеческого естества. Дьявол устроен не иначе, как сексуальный превозмогатель и сексуальный щедрый податель оргий.
Также он благоволит на общие трапезы, где главной целью является злорадствие, а не свадьба. Это цель дьявола – привести каждого праведного человека к злорадствию, и чтобы человек обрел зрение и направил свое горло, тело, подбородок к фаллическому божеству, шею, которая находится посередине ноздрей. Член воздействует на праведность природы. Член – это есть природа, которая раскрывает в праведном человеке традиционные образы зооморфных божеств. К примеру, дракон – красивый большой член, напоминает десна. Почему я говорю, что член напоминает десны? Потому что он у меня именно такой и никогда не испортится. Также мой член может напоминать вот эту чашечку. Это головка, из которой я пью крепкий чай. Отличные от моего члена козлы имеют скорее ошибочный на взгляд, но он такой и есть. Член мундштук напоминает кончики дред. Поэтому я концепции данной перспективы очень легко заметить чужую жизнь в себе. В сегодняшнем слове найдена информация, что до сих пор совершенно реальным, легендарным праведностям придаются самые суровые наказания. К примеру, за большой красивый член, который напоминает дракона, на Ганимеде швы, на поджаристость наказывается бан. То есть происходит заклинание, заклинательная чистка, где дракону грозит смерть и кан в истории, где его место занимает мундштук, третье лицо, монтажер первых лиц, их прямых потомков, это и члены семьи, и братья, и сестры. В сегодняшнем слове привычная вера – это ересь, где каков Бог, такова ему и свеча. Привычная вера – это инквизитор большого члена, которая упивается кровью, соком трав тех, кто поклоняется иному дьяволу, тех, кто слышит по-другому, тех, кто обрел праведность во грехе, тех, кто приносит свое тело удалого молодца с рождения, с возрастом в жертву зооморфных образов дракона, собаки, обезьяны, тем самым продав свою чистоту удалого молодца ведьмам, не людям, Эйя, Ичи, Эзи, Эджин, где если они не привычная вера удалого молодца, они уже являются не жалкими ведьмами, дьяволами, демонами, бесами, а представители всех культов, а представителями всех культов о дьяволе. Шабаш – это не обман воображения, а заведомо преступное, реальное и телесное деяние с самим собой. Пока тебе!